Жители города уже давно привыкли к тому, что спортивная площадка у Тропы Здоровья никогда не бывает пустой. Ежедневно здесь занимаются десятки спортсменов. Но немногие знают, что подтягивание на турнике и отжимание на брусьях с недавних пор стало официальным видом спорта и носит название «стритлифтинг». Движение «Атлеты-моржи» существует в Нефтекамске с 2017 года. За это время его участники прошли непростой путь от отжиманий и подтягиваний на городских площадках до республиканских побед. Куратор атлетов Вячеслав Рычапов не только организатор движения и тренер, но и постоянный участник открытых соревнований. Занимаюсь пропагандой силовых видов спорта, занимаюсь пауэрлифтингом, сейчас увлеклись стритлифтингом. То есть это разновидность выходец из воркаут-движения. Турники и брусья с отягощением. То есть данный спорт, он, во-первых, доступен, то есть площадки практически везде есть. Нужно только свое тело и какое-нибудь отягощение. Допустим, блины, либо гири. Тенденция идет радужная, все больше ребят приобщаются к спорту, и площадки занимаются. То есть если посмотреть, да, больше людей на площадках занимаются, нежели, допустим, распивают алкоголь. Вот, в этом огромный плюс я вижу. На соревнованиях в Уфе спортсмены заняли 6 первых мест, 2 вторых и 1 общекомандное. Всего в турнире участвовало более 50 человек из Башкирии, Удмуртии, Татарстана и Пермского края. Однако обилие конкурентов не смутило наших ребят, которые доказали, что именно они достойны кубка. Сейчас атлеты-моржи готовятся к отбору на всероссийские состязания и не состоятся через несколько месяцев. У юношей и девушек, которые занимаются стритлифтингом в Нефтекамске, есть все возможности завоевать медали на более высоком уровне. Я решил свою жизнь связать с этим спортом, потому что подтягивание, отжимание – это самые доступные упражнения. Каждый может буквально выйти, потянуться и отжаться на брусьях, и это не станет никакого труда. К Вячеславу я пришел год назад, занимаясь этим спортом уже профессионально, можно сказать, год. За это время я добился кандидата в мастера спорта. Сейчас идем к мастеру спорта. Я отжался на брусьях с весом 70 килограмм, потянулся с весом 55 килограмм. Но это, думаю, не предел. Успех нашей команды абсолютно трезвостью. Помимо занятий стритлифтингом, пробежек и закаливания, атлеты-моржи активно занимаются пропагандой здорового образа жизни, проводят лекции для школьников и участвуют в рейдах по незаконной продаже алкоголя, организуемых трезвой дружиной. Присоединиться к движению может каждый желающий, вне зависимости от пола, возраста и профессии. Карина Анисимова, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».